Пацаны, всем макуса, с вами Грачел Прот. Сейчас мы будем разбирать трек «Мама Макуса». Сейчас уже он не очень похож прям на оригинал, но он, ну, я попытался сделать максимально похожим. Я сидел в нем 3,5 часа, и, кстати, я сейчас выкладывал все видосы на YouTube, все ролики вот эти вот с банданы, которые я снимал там, они сами по себе тихие и голос тихий, поэтому я решил сейчас прям громким голосом записывать, чтобы хотя бы вот это вот было слышно. Первый у нас идет Electro X, вот с таким пресетом. Вот эта вот библиотека, она есть в AOM Drum Kit, вот под Red называется пресет. На четвертом канале висит, на четвертом канале он у нас убавлен на 7 дБ, стереосепарация на 40%, и эквалайзер вот такой вот. Звучит оно так. Потом, также у нас есть вот Expand, вот такой вот пад небольшой. Синтезатор, не грузит. Синт называется Control Organ Plus из папки Bright Pads. На первом канале, а на первом канале он у нас прибавлен на 9,6 дБ, стереосепарация на 40%. Такой эквалайзер и вот такой вот реверб. Реверб, по-моему, стандартный. Звучит оно так. Дальше. У нас есть тиканье. Я взял вот такой вот, короче, тиканье часов. Убавил на мастере на 4,5 дБ. Вот такой вот реверб кинул. Это пресет The Venue. Halftime. Ну, короче, там Halftime я накинул и вот немножко убавил его. Потом Stereo Shaper вот такой вот. И Flanger стандартный. Звучит оно так. Да ё-моё. Потом у нас есть вот такой вот Rhodes. Ну, как Rhodes. Синтезатор. Я его зарендерил и реверснул. Это синтезатор этот. Это тоже из Electro X. Только пресет. Подожди, паттерн надо обратно выбрать. Чтобы не это. Вот, это пресет вот LD Time. Вот. Вот с такими нотками. И также второй паттерн, вот только с PD Red. Тоже те же самые ноты. Я их реверснул, и вот, короче, вот так вот и это настройка, короче. И вот тут тоже реверс этого, я чуть-чуть прибавил его, и звучит оно так. Они у нас накинуты на второй канал. На втором канале я их убавил на 8 дБ. Стереосепарация на максимум. Гроссбит вот такой вот, чтобы он немножко проваливался. Вот такой вот параметрик. Вот такой вот реверб. Это студио там пресет. Вот фленджер такой. И вот такой стереошейпер. Дальше. Кик. Он у меня чуть-чуть забущенный, потом на мастере он прибавлен на 3 дБ и все. Есть такой open head, он на вот этой вот ноте. Звучит вот так. Я ему out чуть-чуть подкрутил и все. На мастере он у нас, значит, убавлен на 7 дБ.
Потом идет хэ, тут такой вот. Так. Я с ним ничего не делал. Звучит он так. Вот здесь вот это просто пробежка на стандартной, это никакая не одна третья, не одна четвертая. Дальше клэп, он состоит из трех, это нав, потом basic, вот такой и такой. И все вместе это звучит так. На мастере они у нас не тронутые вообще никак. Вот такой вот снейр. И вот такая вот перкуссия. На мастере с ними ничего вообще нету. Ну, снейр убавлен у меня прям на капельку, на 1 децибел. Вот такой вот бас, любимый тейпа. Так, я с ним ничего не делал. Он у нас прибавлен на мастере на 2 децибела. Вот такой параметрик и вот такой вот сайдчейн от кика. Звучит так. Так, и все. Ну, тут есть реверснутый. Я весь этот бит зарендерил, потом реверснул. Вот. В принципе, можно слушать. Так, все включено. Promise.